Меня зовут Данила. Я актер. Здравствуй, Данила. Привет. Меня зовут Семен, я актер. Сергей, я оператор. Я Саша. Меня зовут Анна, я режиссер. Меня зовут Андрей, я сценарист. Меня зовут Сергей, я актер. И когда это случилось последний раз? Вчера. Вчера опять снимались? Вчера опять снимался. Вы в каких жанрах предпочитаете работать? Фантастика. Я слышал, была еще комедия. Ну, была в один раз. Три. Мистика? Нет, мистика нет. Нет, мне предлагали, я отказался. Триллер параллельно писал. Такие вещи лучше не смешивать, да? Бросать раньше не пробовали? Некоторые делают это постепенно. Переходят на небольшой формат. Короткометражки. Пробовал. Не получается. Сначала все хорошо идет. Потом все равно не можешь остановиться. И что в итоге? Ночной дозор. Ну вот вы когда ребенком снимались в кино, вы думали о том, куда идут эти гонорары? В семью. И на что потом эти деньги тратились? На кино. А, я понимаю, о чем вы. Замкнутый круг. А как вас тут в кино занесло? Вы же из Переславля. Мы как-то с пацанами мобилу нашли. У них камера была хорошая. Ну, начали себя снимать. Завертелось. Закрутилось. Понимаю. Я как бы реально могу завязать, ну, если нужно. Реально могу вообще, не вопрос. А чего мне стесняться нечего? Каждый день, с утра и в кадре. Раньше он полстраны снималась, полстраны смотрела. И ничего, я смотрю, у вас здесь камера. Оператор грамотный? Да. Мотор? Понятно. Ну хорошо, один фильм про любовь, другой фильм про любовь. А про что-то другое не пробовали? А как? Не любовь уже без меня сняли. Да, я понимаю, но я ничего не могу с собой делать. Когда перед тобой классный сценарий, когда ты приходишь на площадку, как тебе подходят режиссеры. Ты режиссер не нужен, я уже сам режиссер. Уже? Уже. Держись.